Финиш предлагает широкий ассортимент средств для превосходного мытья посуды в любых условиях. Если у вас жесткая вода, используйте соль для посудомоечной машины. Насыпьте соль в резервуар в нижней части посудомоечной машины и настройте жесткость воды. Используйте только специальную соль. Используйте воронку для соли. Если соль рассыпется или вытечет с водой, сразу запускайте машину, чтобы избежать коррозии нержавеющей стали. Для дополнительного блеска и лучшего результата сушки используйте ополаскиватель. Это гарантирует сухую и блестящую посуду, без пятен и подтеков. Залейте ополаскиватель в специальную камеру в двери машины. Для правильной дозировки ополаскивателя отрегулируйте настройки вручную или используйте заводские настройки. Следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации. Обратите внимание, если вы используете классический порошок для мытья посуды, используйте для мытья только его. Если у вас жесткая вода, используйте также ополаскиватель и специальную соль. Со временем на рабочих поверхностях вашей машины могут образовываться жир и накипь. Используйте чистящее средство «Финиш» для посудомоечных машин, чтобы очистить фильтр, разбрызгивающие лопасти, водопроводные трубы. Используйте чистящее средство регулярно, раз в 30 моющих циклов. Еще один совет. Освежитель «Финиш» для посудомоечных машин действует до 6 недель и гарантирует вам свежий аромат, когда вы открываете посудомоечную машину.